здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Макин, привет. Кто здесь не бывал, сам себя не испытал. Как сегодняшнее восхождение? Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Всем доброго здоровья, друзья. Это была небольшая заставка под мелодию Владимира Высоцкого. Начинался поход с огромных сугробов снега, которые не смогла осилить наша вахтовка. Первый выезд на вулкан. 2 часа пути от Паратунки по гравийной дороге на вахтовке. И мы у подножия двух вулканов. Бутновского, дымок которого виднеется на горизонте. И Горелого, на который мы дружной группой намереваемся совершить восхождение. Погода на конец июня 2024 года, по моим ощущениям, где-то уровня февраля центральной полосы России, Москвы и Подмосковья. Чуть пониже уже мартовская погода. Текут ручьи, бежит вода. Так, первое препятствие. Перейти ручей не представляется возможным. Проваливаемся. Наконец нашли переправу, где можно не утонуть. Перейдя небольшой ручей, ступили на землю. Вероятно, так Колумб, открыв Северную Америку, с таким же удовольствием вступил на берег. Пройдя первый километр, приближаемся к отправному пункту восхождения на вулкан, куда прорываются джипы через труднопроходимые участки. А что, так можно было? 5-минутный привал около знака «Паркинг». Здесь, у подножия вулкана, заканчиваются последние удобства. Строго на север, порядка 50 метров расположен туалет типа сортир, обозначенный на схеме буквами М и Ж. В помещении с буквой М дверь оказалась забита, а под буквой Ж двери не было вообще. В третий же туалет выстроилась немаленькая такая очередь, не хватало только последователей Остапа Бендера. Граждане! Приобретайте билеты на вход в провал! Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. А у нас еще одно мероприятие. Кто глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив, пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив, пока еще гимнастика. После такой разминки наша группа вырвалась далеко вперед. Передавайте приветы. Всем привет. Ждем вас. Привет. Ждем. Привет. Приходите. К нам. Поднялись где-то 200 метров с нижней точки, из 800 метров подъема вновь показался вулкан Мутновский с облаком дыма. Где-то там расположены малые долины гейзеров.
и уже очень далеко от нас виднеется вулкан Вилючинский. Преодолели четвертую часть нашего пути. Как настроение? Нас догоняют! Мы на Камчатке! Уже не догонят. Нас не догонят! Очередная остановка. Прошли, наверное, 2/3 пути. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Акин, привет! Осталось совсем немного до вершины одного из кратеров вулкана Горелый. Как сегодняшнее восхождение? Огонь! Ну, улыбочку! Отстающие! Улыбаемся! Передаем приветы! Как спуск? Как спуск? И это еще далеко не все. Был и пикник. Конечно же, на вершине вулкана Горелый. Внимание! Скажите, дозировки. Одна
тарелка на троих. За тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.